Лондонская академия робототехники тестирует нового робота для доставки лекарств по городу. Это автономная машина под названием «Карго», которая удешевляет доставку, не загрязняет окружающую среду и использует искусственный интеллект, чтобы добраться до места назначения и отсортировать посылки. Такой робот значительно снизил бы шансы заболеть по дороге в аптеку. Основатель Лондонской академии робототехники Уильям Сачити говорит, что это автономная машина, которая может доставить то, что вы заказываете онлайн, менее чем за 30 минут. Думайте об этом как о почтовом отделении на колесах. В автомобиле установлена роботизированная система, с помощью которой он может перемешать пакеты и доставлять 12 пакетов в любом порядке. Так он может прийти к вам домой, а в задней части откроется отсек, откуда вы возьмете свой пакет, объяснил Сачитти.